Здравствуйте, друзья! Я уже рассказывал вам о некоторых моделях варганов Виктора Демина и продолжаю это делать. И сейчас хочу рассказать вам про такой варган, который называется стандарт. Варган имеет небольшой вид. Есть варган стандарт малый и стандарт большой. Различаются они, конечно же, размером и типом звучания. Несмотря на то, что варган стандарт малый имеет небольшой размер, при этом он звучит низко. Имеет низкий такой басовый звук, очень такой бархатистый тембр. Я предлагаю послушать, как же он звучит. Интересный варган. И раз уж я заговорил о варганах-стандартах, сразу расскажу про варган-стандарт большой. Стандарт большой, как я уже говорил, он больше размером, еще разочек для сравнения. И у него, конечно же, более басовый звук. Язычок мягкий, то есть он даже не прикасаясь к губам, к зубам, он издает звук. Но предлагаю послушать.